Город Лорка, Испания. Финал Кубка мира по карате Киокушинкайкан. И в заключительном бою представитель Ивановской школы восточных единоборств. Артем Бобков с красной повязкой на поясе начинает тотальную бомбардировку оппонента. Пытается сходу осушить корпус соперника. Тяжелые быстрые удары. И он постепенно приближается к своей цели. В середине раунда, как гром среди ясного неба, вылетает Ура Маваши точно в яблочко. Первый звонок был очень громкий, но это еще не конец. В раунде под номером 2 расклад все тот же. Контроль ивановца. Ушира Гери по корпусу. И да, это конец истории. Бобков обладатель Кубка мира, но долго почивать на лаврах Артем не смог. И буквально сразу у него состоялся серьезный разговор с главным тренером. Не надо расслабляться. После турнира с ним была проведена беседа, чтобы он не зазнавался. И после турнира пришел на тренировку и начал тренироваться, как будто он первый раз пришел на занятия. Тем не менее, успех, мягко сказать, невероятный. Но тренер прямо говорит, что никакого другого результата они и не ожидали. За последние 2 года Бобков не проиграл ни в одном турнире. Огромное количество всевозможных медалей, грамот, но испанский кубок займет отдельное место в коллекции. Большого успеха он мог достичь исключительно в возрасте 14 лет. Рассказывает, что как никогда ждал дня рождения, чтобы показать миру, на что способен. И вот он на вершине Олимпа, но останавливаться не собирается. Думаю, когда вот повзрослее стану, тренировать начать. Ездить также на соревнования, вот на абсолютный чемпионат мира в Японию хочу съездить, когда вырасту. Там по мужчинам. Любой возраст, любой вес. К слову, наш ивановский Киокушинкайкан – один из лучших не только в России, но и на мировой арене. Занимающихся этим видом в регионе много – около 1500 человек. Без исключения со всех турниров привозят бешеное количество наград. Эти успехи не смогли обойти стороной и первые люди в данном виде восточных единоборств. У нас есть соглашение с Мацушимой, основателем, что он дал нам добро, так как мы развиваем детский спорт, проведение первенства мира, детского первенства мира у нас в Иванове. С трепетом ожидаем проведения мирового чемпионата на нашей земле в ближайшее время. А пока смотрим на спортивный календарь. Уже в апреле Бобков и команда отправятся в Канаду на первенство мира и будут пытаться покорить новые вершины. Денис Сербин, Кирилл Маршов, программа «Губерния».